Есть еще одна ситуация. Ребенка в бокс он приходит, если вот на отличие американская методика тренировки и советской. Там почему идут от частного? Вот есть у парня правый сильный прямой, вот его туда будет правый. Высокие ноги, вот он будет на дальней типа дистанции работать. У нас же шло от общего, как ты в школу пришел, тебе ручку дали, тебя учат держать ручку сначала. Так и все твое тело. Тетради, прописи, палочки, квадратики. Марья Ивановна красивую букву А рисует. Мы все писали так, буква А. Печатные буквы. Какая-то единая система. Единая система владения своим телом. Школа бокса – это не американская, не советская, не кубинская. Понимаешь? Есть методы, манеры есть. Вот сейчас в Америке все боксируют вот так вот, опущенное, поднятое плечо, рука опущена, кулак есть, вот пытаются так вот боксировать половину. Это один пацан вот выиграл так, там троих положил, пацаны, давайте все так. Но есть, например, еще английская школа, там наоборот. Школа. Противоположно, там очень они собраны, у них руки всегда на месте. Сая, я тебе еще раз говорю, я тебе предлагаю посмотреть по-другому. Нету английской, американской, кубинской, казахской, африканской, советской школы бокса. Школа бокса едина. Это твое тело. Ты учишься владеть своим телом. Как тебе ручку дали, ты учишься держать ручку. Потом ты пишешь заглавные буквы, печатные буквы. Теперь ты можешь этой рукой с ручкой иероглиф нарисовать. То есть ты рукой, это точно такие же суставы, все твое тело. А в какой манере ты будешь боксировать, это уже психосоматика твоя. То есть самое главное научить человека владеть своим телом. Правильно. Телом. А дальше тело само подберет. А дальше, конечно, твой почерк, конечно. Или даже ту манеру, которая в данный момент... Наиболее превалирует ему, да. Вот Тайсон квадратный, вот он боксировал среднюю, ближнюю дистанцию, ходил там. Лемешев высокий, там левая рука, все. Ну что? Вот то, что вы сейчас сказали, например, да, то, что в советское время учили владеть своим телом. Тайсона не учили, его научили конкретно определенной манере. Да. И эта манера ему подошла. Ну. А в его же время по такой же манере тренировался другой там парень, но ему она не подошла. Правильно. Вот в том-то, а вот, преимущество ты, нашей школы, ты подтверждаешь мои слова. От, да. У нас от общего к частному, а у них от частного. Да. Понимаешь? То есть они учат... Они вокруг одного какого-то сильного свойства человека строят весь его бокс. Понимаешь? Это как и с образованием в России. У нас же программа обучения входит очень много разных. Правильно. Поэтому дисциплин. Да. Да, иногда говорят, о, зачем это нужно? А на самом деле у нас учат всему, а дальше уже сам правильно. Человек выберет более узкий профиль. Конечно, конечно. Зато он будет уметь все. Он так будет знать, это будет разносторонний человек. Фундаментально. Даже не в спорте, а в боксе. Это как конечно. Тебя научат, да. А ты зато будешь уметь все. Ты можешь, но что-то твое ты будешь отрабатывать, да. Конечно, твоя фишка будет. Вы же говорят, вот этот спортсмен умеет все, он может и на ближний. И там есть, да, там есть еще одна ситуация. Вот выйду, вот я работаю там, я не атакующий боксер, я там контратакующий, там игровик я, да? Но выйдет парень помоложе меня, который в челноке лучше меня работает. Правильно. Я что тогда сделаю? Я поставлю ему противоположное. То есть я наоборот, более фронтально, и будут под Тайсона косить. У тебя база будет заложена. Я умею и так, и так. Да. Я настолько владею своим тем, что я могу и вот так, и вот так. Но лучше всего я работаю вот здесь. Это самое ценное. Так это и есть умение управлять своим телом. Это и есть школа бокса. К 70-му году создали эту методику. Да, методику, да. К 70-му году вот создалась такая советская, кстати, школа бокса, так называемая. На самом деле создали методику, чтобы в деревне Анадырь, тогда еще город, там пускай, и в Ереване, по всей стране, все знали, когда приезжали в сборную Советского Союза, что левый прямой так, боевая стойка, фронтальная стойка, челнок, передвижение, группировка. Держитесь, почему? Класс. Почему это пришлось сделать? Потому что когда создали центры, там до войны, после войны, создавались центры бокса в различных регионах Советского Союза, кто их возглавлял? Такие же самоучки, энтузиасты. Поэтому, это ереванские приехали, армяне.
Оп, там опущенные руки, гравишки. Оп, это питерские приехали. Там высокие руки, все, московская школа такая. Оренбург, магаданские, понимаешь, их тоже видать. Потому что там были кто, опять-таки? Кого? Вот он приехал, он сам, самоучка такой, сам энтузиаст, по учебникам начитался, все, вот он тоже образование какое-то получил. Он своих тренирует учеников, его ученики становятся тренерами, потом получают образование. Но этот говорит, ребята, я вот так боксирую, и они все боксируют вот так. Потом приезжают в сборную, им говорят, а вот так, а он как, я такой не знаю, не умею. Потому что не было единой методики? Не было единой методики. Его к 70-му году создали единую методику. Кубинцы до сих пор работают именно по нашей методике, созданной у нас. Потому что тот же Сагар, основоположник кубинского бокса, он учился где у нас? В Киевском физкультурном институте кубинского методики. А это мы, когда на ИБА сдавали экзамен в Болгарии, там со всего мира были тренера. И вот из Кубы тоже вставал, говорит, вот у нас он там в заключении там рассказывал про свой бокс на Кубе. Он именно это и разговаривал, что мы продолжаем работать по методикам, которые были разработаны, наработаны, применены в Советском Союзе. У нас в каждой деревне любой мальчик знает, что левый прямой, правый прямой, двойка, челнок. Каким образом? Да, как это делается. А потом уже какие-то, да, идут. То есть от общего к частному. Я считаю, это единственное. Конечно же, так вот у Тайсона, что у Тайсона, да? Он до определенного момента, вот он, была у него индивидуальность такая. Он работал корпусом, сближался. И в ближней дистанции тоже менял углы, менял направление. Феноменально для тех времен. Никто так не работал. Но появился Холифилд. Ну, который мог так, а еще вот так. Мухаммед Али тоже. Ну, повторим олимпийские работы Мухаммеда Али. Высочайший парень в челночке бьет длиннющую двойку с дальней дистанции. Пожалуйста. Все, ну, в Америку со всего мира едут все. Со всего мира народ едет, там деньги. Ну, можно из миллиона где-то раз и появился Рой Джонс. Раз и появился Шуга Рэй Леонард. Уникальнейшие люди. Они умели все. Вот то, о чем ты. Вот то, что ты говоришь, судя со своей колокольни, потому что ты такая умная. А вот у меня мой товарищ, вот у него была там, и уже так немножко скомканно образно, вот он РГУ когда заканчивал, у него была дипломная работа, да. Они за своим ученым научным руководителем отслеживали определенное количество боксеров московских, да. Он их отслеживал на московских соревнованиях, скажем так, региональных, недалеко. А его научный руководитель отслеживал их там на все союзные соревнования. И у них вышла статистика, что 60 с чем-то процентов побеждают боксеры в соревнованиях, турниры. Побеждают те, которые работают первым. 32-33% там побеждают те, которые боксируют вторыми номерами. И 3-4% осталось на тех, кто работает универсально, те, кто могут, да. Но из этих именно 3-4%, которые могли работать универсально, могли идти первым, могли работать вторым номером, в ближней, в дальней дистанции, добились наибольших успехов на уровне там, Советского Союза. И дольше были, да, попали там в сборную, попадали в сборную несколько человек. Вот о чем разговор. И вырастить мастера спорта, как и вырастить тренера, это ярко выраженные 6-8 лет. С 12 лет до 18-20 лет. Так и тренера растить. И вот эта преемственность у нас пропала. Понимаешь, пропали институт, как во всем нашем государстве. Человек приходит с высшим образованием тренера, в школу его ставят к старшему тренеру. Он младший тренер, он набирает группы, говорит,